такой же торжественной обстановке только 57 лет назад Родина встречала своих героев. Из 240 тысяч солдат Мордовии с фронта вернулось ровно половина. Для тех, кто остался в живых, 9 мая и сегодня великий праздник. Отделяет нас от майского дня, когда в поверженном Берлине смолкли залпы Великой Отечественной войны, когда советский солдат отстоял не только свое родное Отечество, но и принес освобождение многим странам и народам Земли. Этот подвиг вечно будет жить в памяти благодарного человечества. 1418 бесконечно долгих и трудных дней и ночей солдаты на фронтах, женщины и подростки на заводах и полях, проявляя беззаветную отвагу и величайшее терпение, совершая порой невозможное, вносили свой вклад в великую победу. Утром встал, мать меня покойно разбудила и говорит: сынок, война закончилась. Я был рад очень. Обнимались, мы радовались. Такую войну победили. Нет нашим русским, нашему народу никогда не быть побежденными. Такой торжественный день, и вроде бы много ветеранов, но и с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот как вот сделать так, чтобы наши ветераны жили достойно? Правда, мы к этому должны стремиться? Да. Ну, сейчас очень многое делается для этого. Сейчас у них относительно неплохая пенсия. Все-таки внимание государства большое. На самом деле их осталось совсем мало, поэтому страна может сделать все, чтобы им они достойно жили. Я думаю, все больше и больше будет делаться в этом отношении. Я закончила войну на польской границе, город Люблин. О Советском информбюро мы слышали каждый раз передачу и знали, что уже победа вот. Стрельба началась, все проснулись, только не знали, в чем дело. Ждали победу, она наступила. Ну, а тут уже по солдатскому радио победа, победа. Сосед прибежал. Стучит в окно.
Давай, там уже сообщение есть. Ну, мы быстро собрались. Как обычно, все справляют День Победы. В это время я также справлял. А как? Как за рюмкой водки с друзьями. Христос воскресе!